Приветствую вас, друзья. Добро пожаловать ко мне на канал. Ну что, у нас появилась информация по поводу компенсации, которую нам заплатит Михуё за то, что у нас задерживается патч. На данный момент известно о том, что продление компенсации у нас будет в районе месяца. Ну, то есть, последняя информация говорит о том, что, скорее всего, даже не 1 числа у нас выйдет с вами патч 2.7, а в патче, ну, где-то в районе 7 числа, потому что у нас событие одно идет до 7 июня. Что у нас будет включать в себя компенсацию? Обратите внимание, мы будем отправлять вам еженедельную компенсацию с 11.05 до выхода версии 2.7. Напомню, это где-то месяц, может быть, даже полтора. Мы объявим точное время выхода версии, как оно только будет подтверждено, поэтому следите за обновлениями. Компенсация еженедельная, я подчеркну, ребят. Значит, камни истока 400, слабая смола 1, опыт героя, то есть книжки 7, волшебная руда 16 и мора 120 тысяч. Если интервал между версиями 2.7 предыдущей компенсации составит менее 1 недели, содержание последней еженедельной компенсации будет скорректировано в соответствии с фактическим количеством дней до выхода версии. Кто получит компенсацию? Путешественники, которые достигли ранга 5 и выше, до 11 числа. Вот, короче, что это означает? С 11 числа нам будет присылать, да? То есть 11 число это у нас с вами. Это у нас с вами через неделю, да? То есть, грубо говоря, это у нас будет 11, 18, 25, 1. То есть, скорее всего, если сейчас отталкиваться от той информации, которая есть, это каждую неделю, то есть примерно 4 недели. То есть итоговое значение это примерно 1600 камней истока, 4 слабые смолы, также 28 у нас книг, руда и плюс еще 500 000 моры. Вот такая компенсация примерная, которая нас ждет. Круто, потому что на самом деле, зная годовщину, правда, мы как-то даже не ожидали такого, честно. Очень щедро, очень круто, я прям в шоке от Михуё. В общем, ребят, подписывайтесь на Трово, у нас сейчас, кстати, идет стрим. В общем, ребята у нас сидят на Трово, ждут, вот. Так что приходите на стримы, всякие розыгрыши проходят. В общем, всем приятно. Последних новостей, которые у нас будут по поводу патча 2.7, на данный момент, еще раз говорю, где-то в районе, до 7-го плюс-минус, потому что у нас событие идет до 7 числа. Все, друзья, спасибо, что были на ролике, подписывайтесь на группу, на ВК, на Дискорд, увидимся, пока-пока.